Здравствуйте. Привет. Какими судьбами? Пришел посмотреть, что здесь происходит. Здесь какой-то фестиваль кофе, приуроченный к Дню Москвы. И было интересно посмотреть, как это выглядит, как проходит. Вот. Проходит нормально, угощают кофе, заваривают. Еще только началось, там кто-то придет, наверное, будет много народу, интересно. Что ожидаете от сегодняшнего дня? Как узнали о данном мероприятии? В Инстаграме. Просто в Инстаграме увидел, как бы, как большинство мероприятий. В Инстаграме. В сторис или в посте этого я не помню, но, наверное, в посте территории кофе. Да, да, потому что там был отмечен QQ кофе, поэтому я видел отметку QQ, потому что мы тоже здесь участвуем. Поэтому я и увидел, пришел посмотреть, как будут проходить. То есть вы как участник, получается, да? Ну, совсем, да, мы одни из поставщиков, одни из партнеров территории кофе. Мы продаем с полки здесь наш кофе, сотрудничаем по обучению, поэтому да. Как бы я друг компании в какой-то мере, наверное. Потому что часто прихожу, со всеми общаюсь, как бы слежу за тем, что происходит здесь. Провожу здесь какие-то свои мероприятия иногда, или здесь, или на тренинг-центре вашем. Ну, то есть, мы плотно сотрудничаем с территорией кофе, как бы давно, как бы я лично. Что можете сказать о территории кофе, как о партнере, который с вами бок о бок, я так понимаю, какое-то время работает? Хорошее могу сказать, я давно по разным фронтам сотрудничаем, в том числе я отправляю многих своих клиентов там с консалтинга, покупать здесь оборудование, многих отправляю сюда, каких-то своих просто друзей, знакомых, выбирать кофе, потому что, знаете, мне очень нравится, что история кофе не привязана к какому-то одному бренду, что это вот мультибрендовый магазин, в котором есть разные компании и широкая линейка разного оборудования, то есть хоть и недорогого, и дорогого топового, и известные бренды всяких кофемашин, и какие-то там менее известные, которыми вот ребята отдельно там занимаются. Вот, то есть мне это нравится, ее мультиформатность. Вот это главное для меня как бы качество. Ну и плюс удобно в центре, Белорусская, правда, как бы удобный район. Если там, например, сегодня... Среди прочих возможных партнеров вы выбрали именно территории кофе. А какие еще есть возможные? Просто, мне кажется, не так много даже в Москве компаний подобных территорий в плане именно вот разноплановости. То есть у меня есть, конечно, еще партнеры, те, которые там занимаются одним брендом конкретно там или еще чем-то, но основное качество территории — это то, что они работают со всеми, то есть у них можно много чего посмотреть за раз. Вот это самое клевое. Есть какая-нибудь, наверное, макси цель, к чему вы идете совместно с территорией кофе? Ну, вы поняли, да? Ой, это интересно, но опять же, мы чем все занимаемся тут, да? То есть мы занимаемся кофе, и в последнюю очередь, то есть в конечном цели, кофе пьют люди. Да, и мы так или иначе разными путями занимаемся тем, чтобы люди дома, на улице, где угодно, на работе пили, получали вкусный напиток. Интересный, сложный, да, то есть и это и кофейни, и домашнее потребление, и домашнее заваривание, и обучение этих людей. То есть это вот такой широкий спектр вещей, да, но конечная цель, да, так, чтобы у человека в руках оказалась вкусная чашка кофе. Дома, на работе, на улице, без разницы, то есть, ну, и любыми путями. Наверное, так, и территория кофе, конечно, помогает в этом. Какими судьбами здесь, в территории кофе? Моя бывшая коллега Ангелина Денисовна и моя подруга. Она работает продакт-менеджером QQ Coffee, чьи пара сортов представлены здесь в кофейне. И
вот она предложила мне попасть, то есть прийти сюда. И я очень обрадовался такой возможности попасть, то есть, ну, какое-то такое локальное мероприятие, вот, попробовать сорта разных обжарщиков, оценить их, вот, со своей такой любительской точки зрения, вот. Ну, полулюбительской, скажем так, потому что я работаю бариста, и, ну, необходимо разбираться в зерне, и вот хочу расширить как-то свой профиль познания. Руководство моей кофейни всегда открыто каким-то новым предложением, то есть если мне понравится какой-то сорт кофе, я скажу, что вот это идеально для альтернативы или в эспрессо, то это будет обдумываться, и уже мы, то есть, будем работать с этим, возможно, будем работать с этим поставщиками и попробуем. То есть в будущем, в принципе, видишь себя как партнер, да, возможно? Конечно, то есть как бы полезный с приятным, но больше уклон на полезный, конечно. Вот. И то есть, да, в каком-то роде я партнер. Вот, в принципе, да. Возможно, ожидание сегодняшнего дня или просто хорошо провести время, попить кофе. И узнаете сегодняшний день 20% скидки на кофе, на любой. Теперь знаю, спасибо. Ожидание я хочу найти. Идеальный сорт для эспрессо, идеальный не только для себя, но и, в принципе, для всех гостей, которые приходят в кофейню. То есть что-то уникальное и для латте, и для капучино, и, то есть, какие-то уже авторские напитки, чтобы там, где нужна горечь, кофе был горьким, там, где, то есть, в таких напитках, как, допустим, раф, горечь не нужна. И светлый обжар тоже, допустим, не подойдет. Что-то вот, то есть, как бы поиски постоянные. Это интересно, это не утомляет нисколько. Полагаясь на какие-то уже сформировавшиеся личные вкусовые предпочтения, да? Конечно, да. То есть, как и любой другой человек, я проецирую свой вкус, свои переживания и прочее. То есть на других людей, и уже думаю, блин, мне это понравилось. В принципе, как бы я не уникальный человек, мне нравится то же, что и большинство людей. И как бы, то есть, пускай не всем, но какой-никакой охват потребителей я сделаю, выбрав кофе именно под свои предпочтения. Ну, даже не кофе, а, в принципе, все что угодно. Ну да, единомышленники всегда найдутся. Да. Да, это верно. Да, спасибо, что пришли сегодня. Спасибо. Будет вам интересно. Как вас зовут? Какими судьбами? Добрый день, меня зовут Сергей, я бариста. Заехал по, так сказать, по работе и удачно еще попал. Здесь каппинг проходит. Очень классное зерно попробовал. Как узнали? Ну, территория кофе достаточно распространенная такая, ну, скажем так, известная организация в кругах кофе, поэтому я не знаю давно и не первый раз здесь уже. Что купили? Покажите, если не секрет. Диспенсеры для корицы и моющие средства для кофемашины. И еще купил кофе, соответственно. Мне порекомендовали дрипы вот от этих ребят. Не слышал о них никогда, хочу попробовать. Говорят, очень вкусные. Будем пробовать. Ну, в общем, совмещаем приятное с полезным. Работаем, отдыхаем. Спасибо, что заглянули. Будем ждать вас снова. Все, что вы приобрели, будет очень вкусно. Будет, не сомневаюсь. Ребята стараются.
Добрый вечер. Какими судьбами? Забежал купить себе Аэропресс, кофемолку для него. Уже очень давно хотел это сделать, потому что увидел, заинтересовался, хотелось что-то такое дома создавать классное. Пришел и оказалось, что можно прямо здесь сварить Аэропресс и попробовать зерно, которое хотел, что, по-моему, очень круто. Вот все очень доброжелательные. Совсем помогли, мне понравилось. Здорово, да, очень приятно слышать отзывы о наших коллегах. Получается, то, что вы заранее знали, да, зачем идете? А почему выбрали именно территорию кофе, как так получилось? Как так получилось? Потому что к нам в кофейню, где я работаю, приходил представитель и помогал нам с оборудованием, показывал рецепты заваривания альтернативы. И порекомендовал, собственно, посетить место. И действительно, все очень клево. То есть элементарное сарафанное радио, да, сработало? То есть рассказали. Человек, которому вы доверяете, просто рассказал вам о месте. И вы купили только то, зачем пришли, или что-то еще приглядели? В принципе, я такой человек, который обычно планирует покупки заранее, поэтому что хотел, то купил и очень доволен. Понятно. В таком случае рады видеть вас здесь. Приходите к нам снова. Если есть какие-то пожелания для нас, можете сказать их прямо сейчас. Самый лучший момент для этого. Ну, я у вас первый раз, поэтому думаю, еще не один раз приду. И если что-то появится, обязательно поделюсь. Здорово. Спасибо огромное. Ждем вас у нас в гостях снова. Спасибо. Поехали. Какими судьбами, как вы знали о нас? Мы здесь рядом живем и очень любим приходить сюда в гости. За круассанами. За круассанами. Какие любимые круассаны? Какой вкус? Шоколадные. А еще что ты любишь? А еще я люблю кленовые пеканы. Кленовые пеканы, отлично. Хороший выбор. У нас сегодня особенный день, сегодня в рамках фестиваля 20% скидка на любой кофе. Вы знали об этом? Нет, мы узнали, когда пришли. Я видел, вы что-то приобретали у кассы. Если не секрет, что вы купили? Мы приобретали кофе турецкий, молотый в жестяных банках. Да, мы его всегда приобретаем, а сегодня особенно приятно, что со скидкой. Вам его кто-то посоветовал из коллег, сотрудников нашей компании, или вы знали о нем до этого? Я о нем узнала из Турции, а так как он редко где продается, вот приходим сюда за ним. Интересно. Надеюсь, что все, что вы сегодня приобрели, оправдает свои ожидания. Заходите к нам еще. Я так понял, вы у нас бываете часто? Да, мы часто. Да. И мы рады нашим постоянным посетителям. Спасибо большое.
shy, you will see us how we fly. It's the light in your eyes. Tell me you can feel the groove in your body when you move. You and I, it is disco. Move your body to the beat. Make me sweat, make move my feet. Take my hand, take a chance. Stay with me in this romance. It is dance. All the love that's around. See the love that I found. All the love that's around.